Всем привет! Сегодня у нас в ремонте пила UC4041A. Человек попросил поменять на ней корпус. Она, по идее, рабочая. Помимо того, что поменять корпус, он еще просил поменять цепь и шину, поставить новую. Пила, как обычно, усранная в хлам. Может быть, в ней что-то еще не работает, например, натяжитель. Да не, вроде катается. Звездочку тут по-любому менять надо. Она вон протертая. А новый корпус у нас... Вот он. Может быть, клиент не знает, что ее можно просто почистить. Ну, как бы стесана здесь немножко. Но это ничего страшного. Так вроде работает все. Ну и вон, не до конца, заправлено. Ну, чисто только из-за натяжителя. Так что? Его в другую сторону обычно. Натяжитель там обрезать, вот это пластик, и все. Натягивается это в эту сторону, вот в эту. Вот он, наверное, доходит не до конца. И так там обрезать просто вот этот пластик. И будет он до конца доходить. Но дело в том, что корпус он сам свой принес. Поэтому хозяин барин, как говорится. Сняли звездочку и откручиваем вот эти все винты. Винты открутили, снимаем крышку. Эту часть можно отложить. А из этой снимаем вот эти три. Еще откручиваем три маленьких самореза. Достаем натяжитель. Достаем шестерню. Берем новую крышку и возвращаем все эти же детали на свои места. Можно чуть-чуть добавить смазочки. Сюда тоже добавили чуть-чуть смазки. Поставили на место и все это откладываем.
здесь. Мы сейчас снимем щетки сначала. Это почистим сейчас. Так, основную часть достали, теперь электричество, двигатель и все остальное. Ротор, подшипники здесь в нормальном состоянии. Защита статора почистить. В грязи все. Ну и открутим наш статор. Статор извлекли. Крышка нам не нужна, откладываем. Убираем это все. Здесь тоже продуем. Видите, как все грязно. И будем устанавливать в новый корпус. Да, внимательнее надо смотреть. Вот здесь резиночка выпала. Это с насоса и где корпус соединяется. Почистили и берем новый корпус и вставляем все обратно.
Значит, здесь нужно взвести вот эту часть. Она была у меня вот так. Так, пассатижи мы взвели. Ослабился тормоз. Теперь можно будет спокойно его вставить. И все это вставляем внутрь. И закручиваем. Затянули все винты. Бак вернули на место. Резиночку вот эту маленькую вот сюда. И собираем кнопку. Да, бак рано мы поставили. Вот сюда надо сначала вставить. И одеваем на место верхнюю крышку. Теперь сюда ручку. Щетки. Крышку. Да, здесь сначала надо было вот эту защиту поставить, а потом одевать ручку. Но для этого у меня есть специальная штучка. Это вот такая угловая насадка DeWalt. Правда, я битку туда засунул. Ну, очень маленькую. Вот и закрутили. Думал, что биту отсюда уже не вытащу. Но тут, оказывается, все продумано. Оп. Вот такой наборчик. Значит, 300 рублей звездочка, 800 рублей новая цепь и новая шина 1270. Цепь Орегон.
Короче, я им все упаковал. Как я понял, шильдик вот новый приклеил. Ну, стой, переклеил. Они ее взяли, наверное, у кого-то, у соседа. Попользовались, вот чуть-чуть ее подушатали. И решили отдать ему как новую. Поэтому никогда не берите чужой инструмент. Пользуйтесь только своим.